Есть, то дома. А дедушка где? Привет. Аришка. Как делишки у тебя, Аришка? С кем тут живешь? С дедушкой и с двумя бабушками. И с двумя бабушками? Ух ты! Вообще как круто! Асаф накажи. Детки тут есть? Есть с кем тебе играть? Нет. Деток нет, да? Здесь сидеть в подвале не должен. Не должен. Она в подвале. Тем более. Вот это вот все. Это вот небезопасно смотри. Для нее. Когда она последний раз с детьми играла? Ты должна быть в безопасности. Понимаешь? В безопасности. Потому что маленьким деткам тут же, вот скажи, тут стреляют, бабахают. Ты боишься? Это мы не на улице выходить, оденем, потому что чтобы на голову ничего не упало, ничего не зацепило. Видишь, мы же тоже в каске, тоже бы не залили. Смотри, ты какая-то каска. Глянь на ребенка. Батя, ляла, она засёрзала уже на рыбу. Очень хочется надо. Давай машинку. А бабушка? Все, let's go. Все, сразу. Достань мои документы. Так, бабулечка, давай наперед. Ладно, наперед. Давай. Как узнать, в каком вы городе, чтобы отец за ней приехал? Будут они в Киеве. В Киеве. На данный момент в Славянск до матери она едет. Да, да, да. Сейчас да, да. И бабушка тоже. Хочешь маму побачить? Хочет, конечно. Ми вивозили з Бахмуту вагітну жінку на 8-му місяці вагітності. Вона жила в районі, ну там, суцільного пекла. На щастя, вдалося її вивезти. Зараз вона перебуває в лікарні. І з'ясували таку ситуацію, що у неї знаходиться її дитина з бабусею, з дідусем, саме в Бахмуті. Вона попросила нас про допомогу привезти дитину. А давно вы? Бабушка, привет. Привет. А что Оля не приехала? Что Оля не приехала? Фу, меня аж трусит. Иди сюда, задолбан. Рада, что дочек привезли. Ты такая милая с Мишкой. Да, ты что? Милая с Мишкой. Я дочь вообще сама милота. Особенно он. С Пузем. Ты довольна? Точно? Здравствуйте. У нас во двор прилетело. Я знаю, что у вас во двор прилетело, поэтому мама панику и подняла. Поняла? Откуда? Да у тебя голубые глаза.